Ребят, всем привет! Сегодня мы подобрали и установим в автомобиль Opel Astra вот такую аудиосистему, состоящую из процессорного усилителя моноблока, двухкомпонентной акустики ВА на фронт, коаксиальной акустики назад и вот такого замечательного сабвуфера Best Balance E10. Хочу акцентировать ваше внимание на вот этой новенькой, недавно поступившей в продажу акустику SUB17 от AMP by Avachten. Такой вот плетеный кевларовый диффузор, литая корзина. Ну, это из композита сделано, это не металлическая. И вот такой шикарный твиттер. Это шелковый купол с такой вот сеткой. И шелк, как вы знаете, да, играет очень музыкально, мелодично, живо, тепло. Не просто ласкает слух. Владелец сначала, Сергей, собрал одну аудиосистему без процессора. Ну, потом вроде перетряхнули систему и согласовали, утвердили собрать аудиосистему с процессорным усилителем Light Audio LADSP 6.8. Мы таких систем собрали много и хочу заострить ваше внимание особо внимательным зрителям наших роликов, что совсем недавно мы собирали с Башкирии Mazda 6 хоккеисту Салавата Юлаев. Я, к сожалению, не знаю его роль на поле. Вот. Но он говорит: Дим, я манишку вам хотел привезти, но чуть-чуть не успел. Мы собирали примерно такую же конфигурацию, только акустика была не SUBB, а SUA. То есть акустика немножко дороже, но это последователь, такой же процессор, усилитель, такой же SAP. Такая же коаксиальная акустика и, по-моему, такой же моноблок. Посмотрите, пожалуйста. Ну и по обратной связи с владельцем все-таки звучок получился там просто такой, блядь, насыщенный, живой и кайфовый. Ну и сейчас вот Дима у меня уже вырывает эти динамики, говорит, их пора ставить. На, держи. Благодарю, мне еще надо кольца подобрать. Я думаю, они у нас в единичном экземпляре. Нет, они у нас есть еще на витрине. И, ребят, и заострю внимание вот на этой акустике. Я изначально хотел на ней собрать. Это LAS17.C. Компонентная акустика. Вот с такой пищалкой. Очень мелодичным и напористым звучанием. Пищалка там, она металлическая, но она очень музыкальная. И очень драйвовая, кайфовая и удачная. Так, Солярис у нас готов. И вот герой обзора у нас. Трехдверный Opel Astra GTC. Автомобиль у нас полностью виброшумоизолирован. Здесь у нас мембрана Noise Block. Здесь у нас мы видим сэндвич STP Aerosel Intriga. Мидбасы взамен вот этой чепухи штатной. Твиттеры будут тоже другие. Коаксиальная акустика другая. Такие вот огромные объемные дверные карты опять. Было-стало, да? Ну и под капотом вот сейчас Дима заканчивает у нас вкуснятинку. Начинаю. А только начинаешь, ну, я думал, заканчиваешь. В общем, ребят, звук в этом Opel обещает быть шикарным для себя, любимого. Не на улицу, не для улицы, а для того, чтобы ласкал слух. Мы ее потом настроим, я вам продемонстрирую, как работает и играет эта аудиосистема. Ребят, вот этот красивый, наряднейший Opel купе у нас готов. Антон вот сейчас только-только прикрутил защитный гриль на сабвуфер Best Balance E10. И вот так вот у нас расположились слева направо процессорный усилитель. Я решил добавить вот сюда еще Bluetooth модуль, потому что главное устройство здесь все-таки не штатное, а вот такой вот еще одно из первых на еще на Windows. Вот так вот оно выглядит. Я вам включу сейчас обязательно прослушку, заострю несколько моментов, и в этом видео я хочу вам затронуть такой один патриотический момент. Вот владелец этого автомобиля привез мне, Дим, поможешь мне? Привез вот такие вот 108-й десантно-штурмовой полк в городе Новороссийске. Он говорит, я работаю. А вот это письмо нам, говорит, ребятишки присылают. И вот эта девочка прислала, ну, дошло вот это письмо из Санкт-Петербурга, да. То есть, здравствуй,
незнакомый солдат. Пишет себе письмо ученицы 4 класса. Мы хотим вам сказать большое спасибо за то, что защищаете нашу родину и стоите на страже мира. Наверное, твоя служба очень нелегкая, но очень важная. Тебе приходится рисковать жизнью для того, чтобы мы могли мирно жить. Мы считаем, что ты очень добрый, храбрый и смелый, прошу прощения. Благодаря тебе и твоим товарищам наша армия остается такой сильной, мощной и может защитить нас от любого врага. Желаем тебе верных товарищей, удачи и здоровья. Мы тобой очень гордимся. Ты наш герой. Возвращайся домой живым и здоровым. Тебя ждут родные. Ребят, и если найдется, так скажем, адресат, или автор этого письма, так, да, корректнее будет сказать. Ну, будет очень-очень-очень приятно. Я владельцу об этом сообщу. Или он прочитает в комментариях. Владелец привез мне вот казанскую икону. Ну, и вот такие вот шеврончики. Передаю пламенный привет всем ребятам из 108-го десантно-штурмового полка. Вот такие вот шевроны. Вот их... парашютный вот этот вот шеврончик. Так, возвращаясь к машине. Короб закрытого типа с логотипом Автостиль. Сейчас Антон закрепит это. Bluetooth-модуль. Я же немножко расчувствовался. Здесь у нас акустический провод на SAP, моноблок и шеврон Автостиль. Да, у нас алверды получается. Можно вот так сделать. Алверды, да. Вот так. Быть добру. Фальшпанель изготовлена. Она как-то крепится будет, да, Антон, сейчас у нас? Да. Тут еще пол. Видите, вот тут какие-то дощечки. Конечный вариант вам покажу. В дверях у нас установлены вот такие мощнейшие медбасы. Так вот они на колечках, на болтах крепятся к металлу двери Димы Украины. Сейчас вот их вот тут вот повесил вот так. И ждешь меня, да? Ждешь, что... Пойдем под капотку покажем. Под капотом здесь у нас такая вот махинация. От плюсовой клеммы у нас предохранитель. Здесь какой-то кронштейн, да, хитрый. Opel сложная машина, на самом деле. Opel это очень, брат, сложный автомобиль. Серега здесь у нас. Усилитель в штатный органайзер. Регулятор слева под крышку. Флешка с музыкой и швеи капота. Все сделано. С учетом всех пожеланий. Регулятор вот сюда. Ну, я не знаю, сейчас мы там приклеим, заклеим. Сейчас уже согласуем эти мелочи, эти нюансы. Здесь мы видим проводочек для настройки. Настройки я, возможно, вам не буду показывать. Скажу лишь одно, что эта аудиосистема настраивается не отверткой. Эта аудиосистема настраивается с помощью ноутбука. И в этой аудиосистеме поканальные подключения, отдельно твиттеры, отдельно медбасы, отдельно тыл. Тыл я вам уже сейчас не покажу, но я в начале видео вам показывал, да, он в штатных местах у нас. Черная Мазда. Нет, это кофейная Мазда, да? Нормально, ее можно мыть уже, да, Дим, я думаю. Она у нас стоит уже больше недели. В общем, этот Opel мы сделали по жиру, по топу, бока. Genius с той стороны, все четко, крышу, дверки были клеены, мы их переклеили. Ну и, собственно, наверное, сейчас самый замечательный момент перейти к прослушке. Двигаемся с музыкой. Ребята, эту композицию мы послушаем с нашей флешки. Владельцу мы записали тоже флешку, она уже металлическая будет. На сайте нас можете заказать. Ну и слуханем, да? Вот на громкости 35. Одевает обшивку.
помнишь, мы тогда собрали несколько машин и прям вот это... запомнился он мне так, я решил сюда поставить. Я сюда добавил еще. Ребят, безусловно, это аудиосистема, которая способна радовать владельца, а не улицу. Твиттеры у нас стоят очень глубоко в торпеде. Соответственно, мы, можно сказать, от них пляшем. Временную коррекцию начинаем, так скажем, звуковую сцену выстраивать от расположения твиттеров. Потому что почти метр от мидбаса до пищалки. Как вы понимаете, звук до наших ушей доносится в разное время. В разный промежуток времени. Да тут еще тыл и сап. Короче, вот эти все семь компонентов, они на разном расстоянии от слушателя. Были определенные сложности. Но мы такие машины делали в свое время. Пусть какие-то они были с процессором, какие-то без. Но в этом видео я вам показал, рассказал особенность купе, да, особенность аудиосистемы с процессором. Это, можно сказать, типовая аудиосистема. Здесь без изысков, здесь нет ничего такого выдающегося. Здесь лишь шестиканальный процессорный усилитель, моноблок, сабвуфер в закрытом ящике. Останется море места в багажнике. Автозвук по штатным местам со штатной магнитолы. И дополнительно можно подключиться по Bluetooth. Как это делается, я вам показывал уже неоднократно. Да, мы просто со своего смартфона запускаем аудиотракт. Bluetooth его перехватывает и без всяких помех воспроизводит. Разница есть. Она примерно такая же, как между приличной аудиокассетой на пленке, да, помните, вот так вот мотали, и компакт-диском. Примерно так. Ребят, у меня на этом все. Двигайтесь с музыкой. Всем пока. Антох, давай на кассе. Мы с тобой последних видео. Мы с Антохом всегда вместе. Давай, будь добру. И будьте добрее друг к другу. Мир и всем. Всем пока, будь добру.